Повышенная влажность, чем она опасна? Для Дагестана это актуальный вопрос из-за непосредственной близости к морю. Наши корреспонденты узнали, что проблему можно решить, установив качественную вентиляцию. Подробности в следующем сюжете. У махачканицы Зульпакара Гаджиева квартира находится в прибрежной зоне города. Молодой человек заметил, что ребенка часто мучает простуда, а у взрослых сильные головные боли. К тому же в квартире ощущается сырость. Как выяснилось, причина этих проблем – отсутствие вентиляции в доме. В первую очередь у меня болеет ребенок, и я захотел сделать условия такие, чтобы она меньше болела и быстрее выздоровела. Это влажный воздух, прохладный. То есть поставить увлажнитель и заодно поставить вентиляцию, чтобы постоянно была циркуляция свежего воздуха. Я слышал, что да, вот вентиляция, она циркулирует постоянно воздух свежий и не бывает холодного воздуха, так как устанавливается над батареями. Современное жилье гарантирует надежную звукоизоляцию и теплозащиту. Из-за этого квартиры становятся воздухонепроницаемыми. Мебель и ремонт портятся, но самое опасное – от сырости и влажности страдает организм человека. Поэтому на вопрос, зачем нужна вентиляция, следует однозначно ответить, что она просто необходима. Менеджеры компании «Лидер Климат» проводят консультацию и подробно объясняют, какое устройство лучше подойдет и где его необходимо установить. Самой причиной возникновения сырости и плесени может быть разной. Нет отопления, не утеплены стены, нет нужной вентиляции. Мы же решаем вопрос вентиляции и поможем человеку на самом деле решить его проблему. Саму вентиляцию можно произвести при любом этапе ремонта. То есть, если у вас готовые обои, все готовое, тоже можно сделать вентиляцию без пыли и грязи. В Дагестане запрос на вентиляцию есть круглый год. Чаще всего ее устанавливают над ванной, в гардеробной или в туалете. Очень часто бывает такое, что у людей на потолке образуется плесень, на углах образуется плесень, на окнах окна потеют. Это из-за повышенной влажности в доме. Вот с этим прекрасно справляется вентиляция. К нам в фирму обращаются круглый год, поскольку это не несет сезонный характер. Летом у людей дома душно, зимой, в принципе, такая же проблема. Окна не могут открыть, потому что холодно на улице. Не зря говорят, что у людей, живущих в горах, более крепкий иммунитет. И дело не только в физических нагрузках и более подвижном образе жизни. Значимую роль тут играет качество воздуха. В наш век высоких технологий чистый воздух можно получить и в городе. Достаточно вовремя установить хорошую вентиляцию. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ, Махачкала.